несколько вариантов, чтобы вы посмотрели. Первое – это такая стихийная выставка моих работ за какой-то период времени. Разные по материалу, немножко разные по технике выполнения. И плюс еще, какие-то были на выставках, какие-то нет. И немножко мои эксперименты. С материалом. Я люблю экспериментировать. Один из вариантов моей деятельности это не просто научиться несколько раз, но это нормально. Все будут загорелые, все нагуленные, и, в общем-то, пример дело хорошее, поскольку выгуливая народ летом, он потом более часто приходит на занятия в течение года, поскольку здоровье больше, насыщен воздух, я бы накапливается. И нам просто нравится. А так, в основном мы работаем, если у нас не получается по каким-то причинам, мы работаем, в общем-то, по городу, рисуем разные достопримечательности, пишем разные достопримечательности, рисуем нашего города. Работаем частенько на канале, работаем сейчас начинается работа, у нас налаживаются связи с музеем Марины Цветаевой, мы уже туда проходили. Немножко там поработали, очень уютно и приятно. Но, к сожалению, у нас зима, она нам не дает постоянно так, чтобы с удовольствием. Мы используем фотографию. Единственный момент. Я учу, как правильно использовать фотографию, потому что просто так срисовывать это неправильно, на мой взгляд. И мы очень часто и много разговариваем на эту тему, как работать с фотографией. Потому что первое, что люди делают, они начинают. Да, примерно так. Вот с этого судьи у нас так пошел на получение, отработано. Было очень сложно, поэтому я...